Всем привет! Так как на канале я занимаюсь радиоэлектроникой, то очень часто мне приходится заказывать разные модули, разные вещи из Китая. И, соответственно, мне приходит довольно много посылок. Я подумал, а почему бы их не заснять? Давайте попробуем заснять распаковку. Поехали! Так, еще одна посылочка. Смотрим, что у нас здесь интересного. Здесь у нас, ух ты, здесь у нас крокодильчики, прикольные такие крокодильчики, просто снимается и сюда припаиваем, отлично, классная вещь, пригодится. Так, целая куча полезных крокодильчиков, они довольно таки не маленькие, и я думаю будут вполне удобные, класс, ссылочка в описании. Так, что здесь у нас интересненькое? Сейчас узнаем. Итак, что-то тут у нас. Да, это провод. Просто провод. Как его отсюда достать? То есть просто вот такой вот шлейф провода. Если что-то нужно припаять, и чтобы не искать, где найти проводочки, можно просто взять вот этот шлейф. Сколько-то проводков, сколько надо, оторвать себе, отрезать. Здесь у нас, если не ошибаюсь, метр. Метр вот такого вот провода. В общем, полезная вещь. На случай, если нужно где-то что-то шлейфом припаивать. Классная штука. Тоже ссылочка будет в описании. Итак, очередная посылочка. Что внутри, неизвестно. Итак, ух ты. Здесь у нас... датчик CO2 MQ2. Они бывают разных типов, но в данном случае MQ2. Разные датчики, разные газы улавливают. Что ж, прикольно. Ссылочка на него тоже будет в описании. Попробуем вот и его тоже подключить. И следующая посылочка. Все пусто. Здесь у нас такое интересное. Ух ты, кнопочки. Вот так эти кнопочки выглядят вблизи. И нужны они для того, чтобы задать режим работы. Включить, выключить. Там пару штук можно их поставить на устройстве. Вот такие прикольные кнопочки. Переключатели. Ссылочка на них тоже будет в описании. И здесь у нас кнопки. Довольно-таки классные кнопочки. Я их специально взял для того, чтобы можно было ими выставить какую-то функцию работы и устройства. Ссылочка будет в описании. Полезная вещь. Итак, следующая посылочка. И у нас USB charger. Зарядка. Заявлено 3,1 ампера. Что она какая-то грязноватая. Это зарядка. Пришла в таком розовом цвете. И посмотрим. Ну что-то она по весу мне не сильно кажется, что здесь 3 ампера будет. Проверим. Немножко позже мы ее проверим, протестируем. И еще одна посылочка. Так, что-то здесь вес имеет. Ох ты. И здесь у нас DVI кабель. Я специально заказал этот кабель для своего монитора, потому что старый мне не сильно нравится, как работает. В оплеточке такой прикольный цвет, прикольный. Тоже ссылочка на него будет в описании.
Отлично, к нам пришла оптопара MOG3023. Эта оптопара используется в диммерах и всяких подобных вещах, которые управляют нагрузкой 220. Эта оптопара нужна для того, чтобы при помощи Arduino или каких-то микроконтроллеров управлять высоковольтной нагрузкой. В общем, классная вещь, если я еще заказал 20 штук. Класс, будем делать поделки. Что-то тут совсем мало чего-то. Отлично! Это классная вещь. Это специальные такие штучки, я не знаю, как они правильно называются, для того, чтобы сделать движущиеся части в радиомоделях. Это обычно ставят в самолетах. Например, на хвосте, чтобы хвост мог поворачиваться, на крыльях. В общем, ребята, классная вещь. Я их уже второй раз заказываю. Первый раз, к сожалению, они не пришли мне. В общем, вещь полезная. Можно практически любую игрушку сделать радиоуправляемой, сделать движущиеся части. Ссылочка тоже будет в описании. Немножко тяжелая. Что-то там, какой-то вес есть. Так, ножик у меня совсем уже затупился. Вау, это у нас неоновая лента с очень маленьким преобразователем. Прикольно. Здесь должно быть 5 метров ленты. Классная штучка для моддинга. Даже интересно стало, сейчас попробуем ее. Так, это мы сюда подключаем. И здесь у нас плюс и минус. Давайте сейчас какую-то батарейку попробуем подключить. Может, банка разряженная, может, напряжение ему больше надо. Он едва загорается. Надо будет посмотреть, какой здесь преобразователь, от скольки вольт он работает. Может, он 12-вольтовый. Если он 12-вольтовый, это, конечно, будет не сильно интересно. Ну да ладно. Преобразователь все равно можно самому сделать. В общем, классная вещь. Специально я заказал именно такого желтого цвета, потому что я на него уже рассчитываю сделать одну подделочку. Все ссылочки тоже будут в описании. Я вам желаю успехов. Подписывайтесь на канал. Всем пока!